1030 лет. Это же надо. Такой великий и такой простой, такой доступный, теплый и самое главное, что настоящий русский город. Александр Добронравов посетил Брянск не первый раз. Он приезжал к нам еще в начале 90-х годов с группой «Веселые ребята», позже с сольными проектами в компании с Сергеем Крыловым. Тогда же в гримерку к известному исполнителю прошел брянский поэт Владимир Зизюля и предложил свои стихи. Родилась песня, которую Александр Добронравов также исполнил на своем концерте в подарок городу. Сцена у подножия кургана «Бессмертие» стала местом притяжения для любителей качественной эстрадной музыки. Александр пел вживую, частенько давая брянцам проявить свои вокальные навыки. Медленно тянутся дни. Слышу голос твой, жду тебя, не забудь. Мы в этом мире одни. Слышу я вновь засыпая крик на морском берегу. Лучше тебя я не знаю, я без тебя не могу. Концерт был рассчитан на 1:20, но этого времени оказалось мало. Брянцы вызывали на бис, вспоминали хиты Добронравова, просили исполнить. Мы рады за наш Брянск. Наш Брянск очень красивый город. Нам приятно, и даже что приехали с Москвы, поздравить нас с таким прекрасным событием для города. Хочется посмотреть, во-первых, сюда народ идет, тот, который интересуется именно какой-то поэзией, музыкой. А второе, что я сама из Брянска, но я уехала, поэтому сейчас в гостях. И поэтому, как бы, знаете, вот на душе такое ощущение, день города даже осталось посмотреть. Очень интересно. Мы как-то представители, может, немножко другого поколения, но, тем не менее, очень приятная музыка. А действительно чувствуется приближение Дня города. Мы его ждем с нетерпением. Говорят, будет очень большая программа. Организатором такого подарка ко Дню города выступил агрохолдинг «Охотно» и его руководитель Владимир Жутенков. В этот приезд у музыканта была возможность увидеть Брянск не только со сцены. Александр Добронравов отметил, город постоянно меняется в лучшую сторону. Приходят перспективные, замечательные люди, которые делают все так, как нужно сегодня для новой России. Вот. И это очень важно, потому что Россия – великая держава. Больше 2 часов брянцы слушали новые работы композитора, пели в унисон с музыкантом известные хиты, такие как «Упоительный в России вечера». Автор более 300 песен, один из самых популярных и востребованных композиторов страны, пообещал: «Обязательно приеду снова». Кристина Притхилава, «События Брянск».